Расслабиться и избавиться от стресса – это основные цели сенсорной комнаты. В селе Уржумское такая зона релакса была необходимостью, и активисты одноименного ТОС воплотили мечту в реальность. Люди пожилого возраста, здоровье уже пошатывается, нервы тоже не в порядке. И мне как-то вот захотелось, чтобы они могли где-то получить удовольствие, расслабиться немножко. Полазила по интернету, походила, и вот меня привлекла сенсорная комната. Это как аппараты различные, например, аппарат горного воздуха, аромалампы, соляная лампа. Это все очень полезно для здоровья. Сенсорная комната оборудована так, чтобы любой, кто пришел, смог почувствовать себя в безопасности и комфорте. Свет здесь приглушенный, играет спокойная музыка, есть искусственный водопад, который добавляет расслабляющий эффект. В воздухе летают приятные хвойные цветочные запахи. Они исходят из аромы лампы. Также в сенсорной комнате постоянно работает аппарат, который создает настоящий горный воздух. Есть и не менее полезная солевая лампа. Оказаться на несколько минут далеко в горах можно бесплатно. Перед посещением комнаты врач проконсультирует, подскажет, какие процедуры лучше всего подойдут человеку. Здорово придумано, очень все так сделано, уютно. Тут у нас все уже так, приспособление, ароматы. У нас очень дышать легко и свободно, очень приятно. Способность создавать и перевоплощать – отличительная черта тосовцев. Они из старой полуразрушенной комнаты могут создать уютный уголок, а из мешка ткани и веревок – маскировочную сеть для фронта. Активисты не сидят на месте, придумывают новое, помогают бойцам СВО и развивают свое село. Вот ТОС Уржумское – звездочка нашего ТОСовского движения. Не просто так, ведь наше ТОСовское движение признано лучшим в России. Вот ТОС Уржумское – один из таких ТОСов, можно сказать, может, лидер ТОСовского движения. Здесь постоянно что-то происходит новое. ТОС из ничего, можно сказать, создал, во-первых, людей организовал. Во-вторых, то, что отремонтировали помещение. И, во-вторых, у них появились собственные средства, которые они эффективно используют. Большой толчок в развитии ТОСа Уржумская дала реализация закона об оказании социальных услуг негосударственными учреждениями. Благодаря ему в территориальном самоуправлении и появилась сенсорная комната. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.